Друзья, всем доброго дня! С вами Ирина Исмагилова. И это вторая часть моих покупок для скрапбукинга. Эти покупки я совершала через совместные закупки. Участвовала в двух закупках. Первая закупочка – это цветочки. Заказывала я их уже, наверное, в середине, может быть, во второй половине декабря. И вот только-только они ко мне пришли. Цветочки, как вы видите, очень разные. И давайте их посмотрим поближе. Ссылочку на ту группу, где я заказывала цветочки, я оставлю, как обычно, в инфобоксе. Давайте начнем. Прежде всего, хочу показать вам вот такую красоту. Это кудрявые розы диаметром 4 сантиметра. Я заказала себе красные. Вот такая красота. Очень красивые розы. Конечно, они очень крупные. Да, посмотрите, какая высота цветочка. Внутри на альбом, да, на разворот, конечно, их никак не поместишь. Но я их в основном брала для обложек, для шоколадниц, для всевозможных открыточек. Эти розы очень эффектно, очень красиво там смотрятся. Следующее покажу. Магнолии, не менее красивые, розовые, очень красивый цвет, очень красиво сделаны. Они, как вы видите, да, не чисто розовые, как будто немножко с белым как акрилом, да, как бы чуть-чуть испачкали. Очень мне нравится такой эффект. Очень красиво. Тоже взяла себе 10 штучек. Тоже объемный. И тоже брала на всевозможные обложечки. Открыток, шоколадницы и так далее. Следующее покажу. Вот такие ягодки. На вид они обычные простые красные ягодки. Но я вам сейчас покажу их поближе. И вы увидите, что они перламутровые. Они очень-очень красиво переливаются. Посмотрите. Думаю, такая красота тоже у меня не залежится. И будет активно пользоваться в работе. Дальше вам покажу цветки вишни вот такого цвета. Вот, наверное, единственное, да, что мне не очень понравилось, в чем я немного разочаровалась. Вы видите, да, я их заказала очень много, целых 25 штук. Но на фотографии, на картинке они были ярко-темно-фиолетового цвета. То есть, ну, вот примерно как у меня сейчас лак, да, на ногтях. То есть, это точно не тот цвет, который мне пришел. Я не знаю, в чем ошибка. Такой цвет, в принципе, я искала. Я думала, может быть, администратор той группы как бы ошибся в заказе. Но нет, такого цвета вообще, в принципе, там не было. Видимо, при таком освещении снимали, что они показались настолько темно-фиолетовыми. Но там цвет был очень, очень красивый, потрясающий, темный, насыщенный. И именно из-за этого я их и заказала столько штук. Но по факту пришли вот такие бледненько-сиреневые, да, цветочки. Ну ладно, в принципе, качество хорошее и, думаю, найду применение в работе. Следующие тоже цветочки вишни. Вот такие. Миленькие, беленькие. Сейчас фокус наведется. Беленькие. С розовенькой окантовочкой. Очень красивые миленькие цветочки, которые любую работу дополнят, украсят. И еще мельче. Это тоже цветочки вишни. Вот такого голубого цвета. Мелкие. Очень люблю всевозможные мелкие цветочки. Очень они, как бы, мне кажется, законченный образ композиции дают. И стараюсь везде их использовать. Очень быстро они у меня уходят. Вот, если вы помните, да, вот такие розочки, например, мелкие, я заказывала в прошлый раз. Это выигранная конфетка была. И у меня осталось по паре розочек уже. То есть они у меня уже все ушли практически. Очень красиво, очень нежно. Дальше переходим к розам. Обожаю розы. Это розы, мои самые любимые цветы. Вот взяла розы вот такого мятного цвета. Они крупные, где-то, наверное, около 1,5-2 сантиметров в диаметре. И они плотные, жесткие. Вот такие мне цветочки очень нравятся, потому что, когда пользуешься клеем-пистолетом, да, приходится на цветочки давить. И вот бывает, когда цветочки мягкие, они раздавливаются и приобретают такой, ну, некрасивый мятый вид. Вот такие цветочки мне в этом плане очень нравятся. Вот такую веточку прикупила, розочек такого размера. И взяла по две розочки. И взяла, вернее, по два вида розочек. Тоже мятные, мелкие. Сейчас фокус настроится. Вот такая красотища. И мятные белые. Получается, практически такие же, да, которые я заказала
которые вы видели в прошлом видео. Вот такие. И последние розочки. Это не раскрывшиеся бутоны. Взяла красного цвета. Взяла, в принципе, на пробу. Немножко я не понимаю здесь, что они как будто бы какие-то припыленные. Как мне кажется, не насыщенные, не яркие. Но в целом качество очень хорошее. Очень мне эти розочки понравились. Думаю, тоже найдут применение в моих работах. Взяла на пробу. Но, наверное, повторять не буду. Если по поводу вот этих роз и этих роз, да, все-таки они фавориты, наверное, среди моих цветов. Эти цветочки я точно буду повторять, то эти уже вряд ли. И такого количества мне, наверное, хватит надолго. Тут упал цветочек, видите, маленький. Это была моя первая совместная закупочка, да, с цветочками. И вторая закупка у меня была из магазина «Арт-просвет». Все, наверное, знают, что перед Новым годом у них были большие акции, большие скидочки, по-моему, на все категории товаров. И я не смогла также пройти мимо, конечно же, закупилась. В планах у меня делать мамины сокровища, поэтому прежде всего я закупилась молдами для этих маминых сокровищ. Давайте я вам покажу. Начнем. Раскрывать не буду, наверное, будет так видно. Это у нас локон с ножницами. Очень красивые надписи здесь. И что мне нравится, здесь обязательно какой-то атрибут, да, того слова. То есть, если локон, то ножницы. Очень красиво, я думаю, будут смотреться на коробочках. Следующее. Это первая одежда. Таким образом выглядит, да, такая маленькая-маленькая распашоночка вот здесь. Следующее. Это первая пустышка. Так, фокус наводись. Ага, вот. Пустышечка здесь такая. Следующая расческа. Так, вот, видно. Дальше у нас идут царапки. Вот такие милейшие. Следующие это важные мелочи. Дальше у нас первый зубик. Вот так выглядит. Первый зубик. Дальше у нас бирочка из роддома. Знаете, я разглядела, что на этой бирочке даже мелко-мелко-мелко. Сейчас я вам покажу. Написано вес, рост и дата. Будет, мне кажется, изумительно смотреться, когда уже из жидкого пластика я отолью. Дальше у нас здесь тест. И тест такой, посмотрите, да, современный. Который показывает, скорее всего, количество недель. Последний молд, это у нас первые носочки. Вот такой. Вот такое количество молдов я заказала. С расчетом, да, что, наверное, заказчики мамины сокровища я, в принципе, буду делать первый раз. Но надеюсь, что не последний. И думаю, что у заказчиков, наверное, будут разные как бы приоритеты. Да? Каждому свое хочется платить коробочку. Я на всякий случай заказала такие максимально возможные варианты. Для того, чтобы потом уже не приходилось дозаказывать что-то для маминых сокровищ. И заказала совсем чуть-чуть чипборда. Заказала две одинаковые. Это мамины сокровища. На две штучки. И мои первые документы. Тоже три штучки одинаковые. Первые документы я уже доделываю одну папочку. Как раз таки ждала, чтобы можно было ее приклеить. Вот такая красота. Вот столько красоты ко мне пришло по совместным закупочкам, чему я безумно рада. Обожаю цветы, сейчас уже обожаю молды, обожаю выливать из пластика. Очень мне нравится то, что получается в итоге, вот эти милейшие фигурки из жидкого пластика. И вперед творить! Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Если остались какие-то вопросы, ссылочки на группу по совместным закупкам я оставлю внизу. Также оставлю внизу ссылочку на «Арт-просвет». Если какие-то вопросы остались, я повторюсь, да, пожалуйста, задавайте, отвечу всем обязательно. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!